на необходимость работать в самом тесном... На северо-западе России. При комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст... ...важных объектов. Это позволило существенно снизить боевой потенциал украинских вооруженных сил. ...подвергаются опасности. Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу. Мы желаем одного, чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО. Дружественным. Линия боевого соприкосновения растянулась на 815 километров. Массированное применение реактивных пехотных от него поражения. К уничтожению подходящих резервов противника приступить.